Будем на Кубани пропагандировать обрезку. Только сегодня мне попалось видео, где он говорит о необходимости поддерживать чешевидную крону и таким образом снижать высоту деревьев. Может быть, поэтому и там умирает. Ну, во-первых, Курдюмов, он тоже эволюционировал, есть такое. Мы все эволюционируем. Я и он, и все. Он был у меня в гостях, неделю ходили. Самые горячие споры у нас были именно из-за обрезки. Я ему показывал. По соседям обрезка накачивается нормально. Вот. Несколько, может быть, 50 или 100 дошли ран. Ни одна, конечно, не зажила. Вот. Это понятно. Я его практически переубедил, что на севере обрезка на кольцо опасна, смертельна, и нужно от нее отказаться. Так. А и он, у него есть компромисс. Ну, во-первых, мы специально разделили на северное садоводство, на южное. Они не просто разные, они противоположные. Их нельзя одно и тем же учебнику посадить сад на юге, на севере он умрет. Вот. А на юге он станет вот таким. Проблема есть, да. Вот. Проблема есть. А так как я захватил территорию Северной России, это 90%, 10% это остается, ну, Кубань, Северный Кавказ, вот. Крым. Я про Крым говорить боюсь. Вот. И что получается? Крым — это субтропики, это совсем другой климат. Даже не север, не юг. А так Северный Кавказ, Кубань, ну пусть 10% территории активной, зато там садов больше всех. Вот. Я просто туда со своими советами не суюсь. Мне пришлось бы там вот с этим поломать голову. Вот. Я не суюсь. Зато средняя полоса России и черноземья. Значит, это самое, среднесибирская низменность, значит, это российская равнина от Ленинграда и до, там же у нас гор нету, до самых Уральских гор. Вот это все мое. Все мое. Вот. И тут я считаю так, что вот это вот некорректно. Курдюмова Курдюмова, Железова Железова. Поняли, да? Вот. Так что никаких разногласий. Вот. И вот эту книгу, она должна была сыграть свою роль. Вот видите, слева это вроде бы в очках я, а справа вот этот, это вроде бы Курдюмов. Нетрудно догадаться, да? Вот. Но, к сожалению, так сложилось, что книга 10 тысяч экземпляров в стране, переделка не состоялась. Вот. Мало того, Курдюмов еще оказался этим чуть ли не предателем. Только потому, что он решил пойти до конца. Он пошел до конца. Северное садоводство – это несколько приемов, самых распространенных. Надо было отменять, и мы в этой книге отменили. Вот. А это по ходу, знаете, открываю книгу, думаю, господи, если ты еще вот так отрежешь, то что получишь? Это так, и даже я хотел, самое, ну как, нет, все, я боюсь. Это я повторяю, чтобы вы поняли, чешевидная крона, почему на севере не проходит. Да вот почему. Потому что сильно болезненно это все. Пальмета. Вот. А сейчас мы, или она ниже, сейчас посмотрим. А вот она, пальмета. Ну, давайте по порядку. Дело в том, что учат людей еще таким уж искусственным кроном, что уж искусственнее не бывает. Уже вот, кто-то считает, что в природе может быть дерево состоять, вот именно, иметь плоскую крону. Я уже и так говорю, ну какое оно имеет значение, если только умудриться иметь, допустим, участок, там, допустим, 100 метров в длину, и 2 метра в ширину, вот 2 метра. Все. И вот на этом участке надо умудриться посадить. Тогда что надо, чтобы веток боковых не было. Только одна плоскость была. Вот я. Мне не хватает воображения, мне ума не хватает. Кто-то это рисовал-то. Он же лишние страницы заполнил. Согласны? Вот смотрите. Я ничего не выдумал. И главное, что самое главное, что работать с грушей. А груши нельзя такую форму иметь.
если будет вот такая форма, как крона защитит штамп от гниения? А это главная задача, она главнее. Но мы проходили, я показывал однолетние саженцы, двухлетние, трехлетние, как распределяются потоки, как кругом все сыро, а по деревам сухая почва. И так должно быть. А человек, который берет, печатает книгу, очередная 100 тысяч экземпляров, он об этом понятия не имеет. Так изуродовать грушу. Ну давайте по порядку. Мы все раз заключа говорим. За сегодня студентов нет. Вот она пальмета. Вот она крона и две боковые ветки. Точка. Но главное, почему 40 сантиметров? Он не хочет через 40. Он может быть через 20, через 30, через 50. Вот. Такой вид формировки подходит для карьеры. Да где карьеру, твою мать, да при чем тут плодовое дерево? Может, плоды давать надо? А плодовые деревья, они с юга. Они замерзнут. Не было у нас в Древней Руси ни одной груши. Может, по лесам были эти дикие? А может, их не было. Этого я не знаю. Нахрена нам декорировать? Это что получается, что груши пофигу, что у нее вот так вот растут ветки. Давай-ка вот эти вот оставим, а которые в другой плоскости отрежем, раны сделаем. Для чего ты это, как, я не понимаю, чем ты думал, когда ты взял и решил плоскую крону сделать? Значит, я не знаю самого главного. Предназначение груши для сухих мест. Чего боится? Яблони, подавай воду, груша боится воды. Она защищается от воды. И у меня сотни фотографий, у меня специально все это есть, готово. Уже можно выступать этим. Уже даже не перед студентами, я могу перед академиками выступить. И я не постесняюсь. У меня всякое в жизни бывало. Вот. Так как вспомню, как это самое, каким я был инженером. Караул, кричу я начальству. Целый передел работает в холостую. Вот. Его надо просто взять, остановить, мы получим миллионы. Нет, нельзя, это не положено. Так и в этом, как мне ответил это самое Министерство этого Белоруссии, Минсельхоз. У нас регламент. Вот у меня на заводе Нихрен был регламент. Миллионы уходили в это самое, в воздух, теряли денег только потому, что целый передел работал пустую. И хрен докажешь. И хрен карьеру сделаешь, потому что самый праведный на свете это я был. Вот. Теперь смотрим дальше. Вот мы до нее дожили. Берет человек, вот Росу, да, ну сколько тут? Тут и цифры есть, вот они. Взяли, отрезали верхушку. Вот до первого, вот до сюда все правильно. Вот только вот это и правильно. Дальше дала две ветки. Где остальные? А здесь глаза. Ладно, решили, что остальные не нужны. Вот эту форму решили развивать. Естественно, она подросла, и тогда... И штамп придумали 50, а если ниже? А я сегодня фотографировал черешни, штамп на такой высоте, а на ней плоды черешни. Но они еще вот тут еще это. Потом покажу. Фотоаппарате. А я должен был черешню отрезать, эту ветку, которая на такой высоте от земли. А на ней черешня. Зачем отрезать вместе с будущими плодами? Ведь режут, как правило, когда листьев нет, и не думают, что будет через полгода, через месяц. Идем дальше. Подросло дерево. Но почему-то это логике не поддается. Оно что, не нарастило ни одной ветки. Видите, потолще стало. Логики ноль. Вот. Но, наконец, через метр получается взять опять отрезать верхушку. И она теперь, смотрите, взяла, дала ветки законные и красные незаконные. И теперь нам предлагается все это убрать, вырезать. Для чего? Ради того, чтобы она в одной плоскости была? А зачем было сразу вот это делать, чтобы она это называется, зачем надо было это
спровоцировать. Почувствовали разницу? Вот это все, вот это все. Вот эти 100 экземпляров, если бы сжечь, больше садов. Но сжигать нехорошо, это мракобесие сжигать. А оставлять вот эту дурь не мракобесие? Вот, пожалуйста. Я вначале, я тут был автор из дурдома, но потом пожалел их, написал из детского сада. Только в детском саду дети могут вот так вот взять, вот просто наобум нарисовать. Только в детском саду. Хуже детей, потому что даже дети этого не нарисуют.